Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня у нас обзор на половину моих игрушек My Little Pony. Давайте начинать. Давайте начнем вот с вот этих пони больших. Ну, средних. Первая моя поняшка была... Ой, сейчас спустить. Моя первая поняшка была Fluttershy. Вот такая забавная пони, пегасиха. Вот, это Fluttershy. У нее отметка 3 бабочки. Она шла... Ну, то есть, она у меня шла с таким браслетиком еще одним и маской. Но она у меня очень старая, как она у меня очень первая и очень старая. У меня колечко одно потерялось. Ну, сразу говорю, если хотите узнать, какое было колечко, вы в магазине можете найти набор Princess Cadence и Flurry Heart. И там вот у Кейденс такое колечко. Вот такое же было и у Fluttershy. Еще у него была маска. Но, к сожалению, с годами все теряется у меня. Ну, и я запила косичку. Вот такая пони красивая. Очень качественная. Старенькая. Вторая моя пони, которая у меня появилась, это Пинки Пай. Вот такая поняша Пинки Пай. Она земная пони. Очень красивая. Жизнерадостная пони, как вы, если смотрели мультик, должны знать, что она очень любит праздники всякие там. Ну, вы поняли. Она очень красивая. Но она была еще с расчесочкой, но она у меня где-то тут лежит. Я не помню, ну, вроде потерялась. Но как я еще буду вторую часть обзора вести про этих пони, ну, когда найду все, вы можете посмотреть, как это все будет выглядеть. Ну, вот, кроме Fluttershy, это и... как это называется, маски. А колечко постараюсь найти. Вот такая красивая. Пинки Пай. Так, а вторая у меня... Ой, извините, третья пони у меня появилась вот эта. Applejack. Applejack. Вот такая красивая. С таким ободком, который снимается. И можно, например, вот на Fluttershy. На Fluttershy. Нацепить его. Ой, ну, давайте на наш хозяйку нацепим все же. А вот такой красивый, как это назвать, ободок. Ну, такой красивый. А, отметку у нее 3 яблочка. Это тоже земная пони, очень красивая. Вот, видите? Такое сердечко тут. Это такое сердечко специально, чтобы играть в предложение My Little Pony. Вот там. Вот такое. В Play Market можно найти, или у вас другой способ, чтобы найти игры. Я не знаю. А потом четвертая вроде моя пони, это появилась... Ой, простите, секундочку. У меня вот этот Twilight Sparkle, у меня был на нее обзор на моем канале. Так, вот давайте же откроем. Ой, ну давайте. Кстати, для информации, дверца открывается только с вот этой стороны. Давайте я вам покажу. Вот так вот, подталкиваем чуть-чуть дверцу. Вот она открывается. Вот с этой стороны я пробовала. К сожалению, она не открывается. Вот такая вот безопасная дверца, чтобы, например, пони ваш не упала при езде. Ну, при езде. Кстати, я не знаю, если у вас есть такая карета, если вы хотите ее приобрести, она очень хорошая. Пони тоже хорошая. Но вы на вот это не смотрите. Оранжевый. Ой, простите, фиолетовый алмазик. Это я налепила пластилином. Можете сами налепить. Конечно, вот эта косичка. Кстати, у меня сейчас все пони заплетены в косички. Ну, вот, вот эти. Вы можете мне в комментариях написать, хорошие ли прически у меня им косички, или сделать какие-нибудь хвостики. Хорошо? Напишите мне в комментарии. Так. Вот такая вершинка крутится вот с такими штучками, ну, книжечкой. Вот такими искорками двумя. Пустите сейчас. Вот. И короны. Их можно лепить куда хочешь на этот коряд. Здесь вот такие зацепки. Вот такие зацепочки. Вот такие. Если вы видите. Так, я вроде бы попробовала засунуть тут целых 4 пони. У меня так получалось. Ой, извините. Вот раз там. Ну, это только они сожмутся все, конечно же. Ну, или даже 5 минимум. Я не знаю, там 2 вот сюда как раз можно. Ой, не падай. Applejack, подводишь меня. Подводишь. Вот там 3 можно вот так вот. Ну, я не знаю, как у меня получалось, но давайте потом. Потом. Все это сделаем. Ну, короче, вот такая красивая пони. Корона у нее съемная. Простите, сейчас. Вот такая съемная корона, очень красивая. Ну, прическу вы ее уже видели. Сейчас я поставлю ее. Подождите немножко. Так.
Поставлю на место. И моя последняя на этот момент пунь появилась на неделю назад. Я не помню, вы видели обзор. Rainbow Dash. Кто не понимает, это Радуга Dash. Очень красивая пунь, я ей очень довольна. Как раз она из такой же коллекции, как и Applejack. У них у двоих. Вот такие ободки. Это у Rainbow Dash. Это у Applejack. Так, давайте Applejack нашу поставим. У меня при ней уже был обзор. Так, ну вот такая красивая ободок. Она у нас Пегасиха. А отметочка у нее вот такая молния. И тоже для приложения такое сердечко вот игровое. Там надо приложить. Так, обзор этих пони закончен. Так, давайте перейдем вот к такому обзору вот таких вот понях. Хотя нет, давайте вот к этим. Эти, потому что они средние у меня такие. А, моя, во-первых, первая пони, ну я буду вот так по порядку идти. Это вот Applejack. Такая же Applejack, ну сходство у них большое, только это мелкие фигурки вот такой же. И такие же яблочки, очень, видите, маленькие яблочки. Вот такая красавица. Кстати, прокрашена очень хорошо, я ее отдельно покупала, вот такие в коробочках. Продается в Детском мире, можете найти. Вот так, давайте поставим ее, красавица. А вот эту пони, к сожалению, у меня карточки не осталось. У меня огромная проблема с такими понями. У меня все терялось раньше. А вы можете, пожалуйста, написать, как в комментариях вот эту пони зовут? Я ее могу... Вот такую, смотрите, вот такая пони. Отметочка у нее пирожок такой, беленькая, такая красивая единорожка. Похожа на Twilight Sparkle. Смотрите. Она очень красивая, пожалуйста, напишите мне, если у вас есть такая возможность, как ее зовут. Потом мистер Капкейк. Вот. Вот он, смотрите, какой. Красивый пони. Сейчас. У него снимается шапочка. И одевается. Но я сейчас не буду, а то она у меня просто, знаете, сейчас слетит все. Костюмчик также снимается. Вот тут такие цепочки специальные есть, которые цепляются. Ну, отметка у него три таких пирожка. Ой, не падай, пожалуйста. Вот такая пони. Если честно, я тоже не знаю, вот как ее зовут. Вот раньше слышала, сейчас не знаю. Пожалуйста, напишите тоже в комментариях, как ее зовут. Если что, цвет у нее не такой естественный, это я ее покрасила. К сожалению, она у меня такая пошла. Так, у нее такой фиолетовый окрас у нее такой. А вот такая отметочка парашютик. Грива, пожалуйста, напишите, как ее зовут, если у вас есть возможность. Потом, вот такая поняша, похожая на нее, этот пони, который он напишет в комментариях. Rainbow Dash, моя, вторая по любимости пони, очень быстрая, красивая, хорошо прокрашена. Вот у нее отметочка молния, красивая. Вот это, по-русски ее зовут яблочный, там не помню, Каблер, вроде Каблер. Яблочный Каблер. Я точно не помню. Вроде яблочный Каблер. Сейчас. Да, яблочный Каблер. Ой, извините. Сейчас, секундочку. Это поняшка так зовут. Сейчас. Яблочный Каблер. Это очень красивая поняша. Качественная. У него тут такой пирожок. Ну, Каблер, наверное. Я не знаю. А вот этого пони у меня он новый появился. Ой. Вот он из коллекции, как раз он тоже новый, но карточка тоже потерялась. Вот это поняху, этот мальчик, его зовут Рояль Риф. Рояль Риф. В мультике он тоже иногда мелькал. Он там вот перевод такой его. Что он делает? Простите. Заражение. Вот это, тут есть вот коллекция всех этих поняш. Сейчас они продаются, вот такие пакетики. Я видела только в кораблике и в Детском мире, вот они такие продаются. Вот красивые, сейчас. Такие красивые пони, они мне очень нравятся. Такие миленькие, хорошенькие. Так, вот это миссис Капкейк. Она у меня в одежке такой, чуть-чуть застегнута. Вы видели, наверное, когда я снимала видео там при покупке вот этих пони, всякие ролики, она была там. Ну, и некоторые из этих пони. Я, может быть, еще сниму. Так,
И, пожалуйста, еще напишите, как зовут вот эту пони. Честное слово, я забываю, как ее зовут. Вот такая понька красивая, фиолетового цвета, гриба у нее фиолетовая, такая нежно-розовая. И вот отметка две ромашки вроде вот такие вот. Вот такая ромашка, одна большая, и другой маленький стебелечек идет. Вот такая красивая пони, тоже земная пони. Вот это моя искорка. У меня во всех коллекциях есть искорка, только в некоторых она, ну, вот такая. Отметка ее, вот эти искорки. Она сама вот такая прозрачная на солнце. Ну, там, или под лампой, я не знаю. Красивый единорог. Вот эта пони Пинки Пай, самая веселая и, как говорится, ну, жизнерадостная пони. Вот это красивая пони, отметка ее, как вы видите, три шарика, очень красиво, хорошо прокрашена. Давайте дальше. Вот эти пони из Чупа-Чупсов у меня. Раньше была такая коллекция. Так, давайте приступим. У меня, то есть, такая есть вот Пинки Пай. Шайнинг Армор вроде бы. Вот это такой понях. Ее сестричка как раз это Искорка. Принцесса Луна. Принцесса Селестия. Такая вот. И Флаттершай. Только она что-то без крыльев у нее. Какая-то сломанная чуть-чуть крылья. И Рейнбоу Дэш. Остальную я коллекцию, к сожалению, собрала. У меня не хватило времени. Так. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях все же, какие, вот как вот эту пони зовут, как вот эту пони зовут, и как эту пони зовут, напишите мне в комментариях. Всем пока, до новых встреч, ждите вторую часть обзора моих пони, всем пока, пока-пока.